Пока в фойе Одинцовской детской музыкальной школы сплошная какофония. Юные музыканты готовятся к выступлению на открытом фестивале-конкурсе «Одаренные дети Подмосковья». Одна из них – 11-летняя Олеся из Перхушкова. Уже 2 года она учится игре на баяне в Барвихинской детской школе искусств. В конкурсе будет участвовать впервые. Для этого подготовила произведение «Я на горку шла» и «Адажио». У нас в классе играл одноклассник, и мне очень понравилось, и решила тоже поиграть. Всего в конкурсе около 10 номинаций. В этот раз состязание проводят по 2 из них – клавишные и струнные народные инструменты. На сцену выходят воспитанники муниципальных учреждений дополнительного образования, детских музыкальных школ и школ искусств Подмосковья. С каждым годом количество участников увеличивается. Конкурс, в общем, такой региональный, и в нем участвуют дети, так сказать, не разово, знаете, как бывает, поучаствовал в каком-то конкурсе, но и второй раз уже нет смысла участвовать, особенно если стал лауреатом. То есть здесь другая ситуация. Здесь мы имеем возможность наблюдать от конкурса к конкурсу, так скажем, постоянных участников. Один из постоянных участников – 10-летний Захар Гордеев из Краснознаменска. 2 года назад он уже занимал 1-е место на конкурсе. Сейчас тоже рассчитывает на высокую оценку своих достижений. Мальчик играет на балалайке уже 3 года. Для выступления подготовил «Эхо весенний» и «Контрданс». Жюри отмечает, помимо постоянных участников, ежегодно открываются новые имена, зажигаются юные звезды. При этом подготовка всех участников радует специалистов. Конкурс на очень высоком уровне, и наша работа как участников, членов жюри очень сложна, потому что сложно выбирать, когда все хорошие. Традиционный фестиваль-конкурс «Одаренные дети Подмосковья» – это не только оценка творческих достижений и уровня подготовки юных музыкантов, но и пропуск на другие творческие состязания. У нас ребята являются победителями областных, всероссийских и даже международных конкурсов. И вот мальчик, который у нас занял в прошлом году гран-при, Васильев Рома, он в этом году играл, в этом учебном году, он играл с оркестром Осипова уже в абонементных концертах в Московской филармонии. То есть это на этом конкурсе не останутся, это как будто отправная точка, отправная ступень. И дальше ребятки уже выступают на различных площадках и участвуют в различных мероприятиях. Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».